Сначала я купил вазовскую от 21.09, чтобы взять оттуда запчасти и поставить, как советовали в Ютубе. Ну, вот такое вот говно стоит у ВАЗ-2109. Вот эти дырки пробиты со смещением, вообще пиздец. И во втором видео советовали сюда вставить от сверла 5,5 диаметр. Вот я нашел сверло, два сверла, угробил нахер. Вставил 5,5, чтобы не болталось плотно. Собрал и чуть дверь не сворочил, чуть не вывернул нахер эти крепления. Очень туго, вообще никуда не ходит ничего. Тогда я вернулся на место и просто там была выработка в том родном штоке от пассата. Я просто болгаркой сделал тут покруче ступеньку, как бы так вынул металл. Там был слишком плавный переход, и она не за что было держаться. Сделал тут как бы ямку такую перед выступом. И все. А, еще на вот этих штифтах были выработки. С одной стороны посередине, а с другой стороны по краям, потому что там специфика этой направляющей такая, что в обе стороны. Тут вот в одну выгнуто, а там в обе стороны. Я просто перевернул другой стороной, чтобы выработки не приходились. То есть, где по центру выработка, она вот здесь шла, по боковым выступам. А где по бокам выработка была, она шла по центру. И все у меня получилось отлично. Никого не слушайте. Вот этот видос самый пиздатый, самый правильный. Всем пока.